Короче, сначала берем грузовики, которые вот в самой жопе находятся. А потом уже те, которые на дорогах. Потому что я в прошлый раз запоролся, потому что я не знал, как машины, где брать машины. А хотя ладно, сейчас вот эти рядом, сейчас тогда сначала вот эти, которые ближе. Блять, не выезжай ты из-под него, давай. Блять, коробочку взяли, сука. Вот. Отлично, следующий. Не-не-не-не-не-не. Сюда. Во-во-во, отлично. Нет, куда? Так, сюда. В прошлый раз я не думал, что там будут два таких места, куда очень сложно попасть. Главное с этими сейчас быстро разобраться, тогда у меня будет больше времени, чтобы с теми, которые стоят в таких хитрых местах. Эти же по шоссе едут, по дорогам, а те в таких местах запрятаны. Отлично. Так, я даже не знаю, какие ближе. Вот эти попробуем. О, как я удачно переместился-то, а? Блин, главное тачку удачно выбрать, сука, а? Теперь сюда надо. Во, прям рядом. Сука, куда проехал? Блять. Немножко не получилось. Так. Далее у нас тут... Так, я не могу сказать... А, вот этот ближе, правильно. Вот этот ближе. Так, а как его надо было? Вот эту машину берем и заезжаем прям туда. Так. Стоп. Ебись. Спасибо. Где машина, блядь? Она проехала. Сука, да что ж за пиздец-то такой, а? Ну где теперь эта хуйня, блин? Пиздец, она сама едет. Сука, ты куда едешь, тварь? Пиздец, блядь. Сколько я теперь времени тут потратил, а? Ага, будем так теперь передвигаться, так быстрее. Теперь здесь. Отлично. Так. Блин, дерьмище. Неудобно-то как, а? Так. Один остался. Не верю. Мне казалось, оставалось больше. Так, значит, этот находится здесь. Машину я брал в прошлый раз отсюда. Вот это подойдет, наверное? Да. Так, ну все, нормально. Просто я в прошлый раз не знал. А теперь я знаю, поэтому теперь легко. Вот, еще 40 секунд осталось, нормально. Не, ну как там тачка сама поехала, когда я автобусы двигал, это было, конечно, пипец. Ого. Да успеем, нормально. Отлично. Вот так. О, блядь. Previously. Давай следующим. Пу-пу-пу. Ту-тру-ту-тру-ту-тру-ту-тру. Сколько синих заданий-то, а? Я потом обязательно все выполню. Frozen. Вот это моя любимая миссия. Блин, вот эту миссию я обожаю, Frozen. Я как раз ждал, когда она будет. Но я хотел бы записать ее в хорошем качестве, то есть на фрапс. Потом будет долго конвертироваться, но это того стоит. Эту миссию я очень люблю.
Тогда сейчас пока выполняем другие синие задания. Потом уже тогда и на фразу буду писать, потому что мне та миссия очень нравится. Я. Угу. Я ее хочу записать в нормальном качестве. Тут, короче, нужно на 4 таксишках прыгнуть. А вот где те машины, на которых прыгать? Вон впереди вроде одна. Так что миссию Frozen я буду записывать на фрапс. Долго будет конвертироваться, но, блин, эту миссию я обожаю, поэтому я на нее время... Время на нее мне не жалко. Да, 5 минут я ее буду выполнять. И эти 5 минут будут конвертироваться 10 минут, и плюс потом заливаться на YouTube столько же. Ну, в общем... Вот куда ты заворачиваешь? Мне нужно на тебя прыгнуть, сучка. Ля-ля-ля-ля-ля! Гердо бепредоро! Ах, время, сука, идет. Теперь нужно другую такси найти, правильно? Или нужно 4 раза на этой прыгнуть? Не-не-не, нас на этой надо. Ну и где тачки, на которых прыгать? Мне, кстати, только что... Вот они. Прыгаем, прыгаем. Вон еще такси. Нет, вот это. Блять, я не успею, нафиг, ну что за дерьмо, тех машин вообще нету. Вот теперь они есть. Это засчитали, следующее такси. Следующая тачка вроде тут где-то едет. А хотя нет, да-да-да, вот она. Так, это вторая, быстрее-быстрее разворачивайся. Вот так. Ку-ку! Так, еще одна у нас тут. Быстренько, быстренько, быстренько. Еще одну такси надо найти. О, нашли, отлично. Теперь выполним нас. Тупая миссия, блядь, вообще пипец. И чего? И ни хрена не сработало. Не, ну что за хуйня, а? Блядь, вот какая же дерьмо, а? Я прыгнул, и нифига не засчитали. Я прыгнул на другой такси. Сука, блядь, как же меня бесят вот эти синие задания, они такие тупые, блядь. И нифига не проходится, блядь. Я прыгнул, и все равно не засчитали. А теперь не на чем прыгать. Где эта машина, блядь, на которой прыгать? Вот она. Заебись ты, блядь. Я не знаю, как это комментировать, кроме того, что это полное дерьмо, блядь. Прыгаешь и не засчитывают нихера, блядь. Нахер, блядь, что-нибудь другое возьму, блядь. Сука, блядь, придумали какую-то хуйню, блядь, которая еще нихрена не работает. А, это надо, это чекпоинт, по чекпоинтам ехать, мне деньги нужны. Поехали. Вот это хоть будет работать, наверное. Там, блядь, прыгаешь и нихера не засчитывают. Мозгоёбка какая-то, блядь. Эх. Жопа, ты припухла, а писька, ты опухла.
общем, чем быстрее я проеду, тем больше я денег получу. Максимальная награда 15 тысяч. Минимальная 0, наверное. Больше я на шоссе выйду. Кулей, ака кулей. Ака кулей. Ака кулей. Аня, она патикана. Ака кулей. Ака кулей. У меня денег все меньше и меньше, блин. Тут надо еще быстрее ехать, блин. Еще раз нахер. Блять, no comments, короче, блять. Сука, у меня вот сейчас тут вообще из 15 тысяч меньше половины осталось, блять. Как же тут ехать-то быстро надо вообще? Это, блядь, я говорю, как не поспит нахер. Может быть, да ну ее нахер, блядь. Буду выполнять обычные миссии. Потому что это синий, это полная хуйня какая-то, блядь. Вообще, блин. Я, блядь, не понимаю, почему я тогда прыгал и все равно не засчитывали. Другую такси взял. Прыгнул на другой машине и все равно не засчитали. Как я тут проеду, блядь? Отъебись. Половина денег сейчас осталось. Лоу, я знаю лоу, блядь. Из этих тачек, блядь, мне пришлось затормозить. Вот уже финиш. И сколько я заработал? 10 тысяч, о, нормально, из 15, не так плохо. Ох. Alright, еще раз можно выполнить. Да ну нахер, блядь, лучше что-нибудь другое, спринта, а, это есть, это был спринт, да, то же самое. Так, это у нас что? Понятно. По встречной надо ехать в течение 20 секунд на скорость 70 км в час. Вот не чтобы меня на шоссе высадить. Они меня в какой-то жопе высадили около сортира. Молодцы. Вот шоссе. По встречке. Поехали. Сейчас как раз эту хуйню выполню. 15 минут у меня будет. Ну, блядь, ну что за ебать твою мать, а? Сука, блядь, проклятый. Я бы сейчас вышел из твоей машины, вытащил бы этого чувака и, блядь, морду бы ему разбил, нахуй. Видишь, что я еду? Нет, бы повернул, блядь. Я себе трафик, блядь. Ура, блядь. Нет, не выполнил. Сука, тут столько машин, просто дохуя, блядь.
Вот теперь поменьше. А то вообще было до хера, блядь. Сука. Ебаная сука, блядь. Бесит меня. Эти синие задания — это самая, блядь, нервотрепка большая, блядь. Пипец, ну какая же хуйня, а? Ну какая же хуйня, господи. Кто смотрит это прохождение свидетелей, блядь? Обычные миссии легче намного, чем эта хуйня, блядь. Съебись, тварь! Он же мог повернуть, сука. Блять, вот дерьмище. Да, уже 16 минут. Не уложусь я в 15 минут из-за этой, блядь, хуйни сраной. Ну тут, блядь, много места. Есть же куда повернуть. Да ну нахуй, короче. Я буду выполнять обычные миссии.